Крути педали безопасно – это совместная акция управления Гаибрейского облсполкома и прокуратуры города. Таким образом, работники органов внутренних дел обращают внимание населения на проблему травматизма детей-велосипедистов на дороге. К сожалению, в последнее время цифры ДТП с участием юных водителей на железных конях становится все больше. К сожалению, на сегодняшний день на территории Брестской области отмечен рост ДТП с участием детей-велосипедистов. Поэтому сегодня будет проводиться очень хорошая акция, в рамках которой любой желающий может прокатиться на велосипеде, но не просто так, потому что это будет фигурное вождение велосипеда, будет множество препятствий, которые необходимо будет проехать. То есть в первую очередь это, конечно же, ловкость вождение велосипеда. Ну, еще один конкурс будет, это теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Вот как раз сегодня мы проверим, как знают правила дорожного движения наши уважаемые как гости города Бреста, так и сами брестчане. Прокуратура обеспокоена детским травматизмом. У нас в этом году произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, и 5 детей получили травмы. Мы полагаем, что использование защитных средств, как велошлем, поможет обезопасить наших детей. В 80% случаях, в 85% случаях травм можно было бы избежать, если бы мы имели средства защиты. На территории Грибного канала желающим была предоставлена уникальная возможность пройти полосу препятствий по воображаемой дороге и сдать необычный теоретический билет на право вождения велосипеда. У кого-то получилось сразу, у кого-то нет. Но всех участников акции наградили памятными призами. Лучшие получили шлемы. Призами очень довольна, акция очень довольно-таки интересная. Я сделала всего лишь одну ошибку, направила дорожного движения велосипедиста. Ну, выиграла кепку и фликер. Мне очень понравилось, спасибо. Подарком доволен, но как бы самое тяжелое было это припарковаться велосипедом. Да, ну, сама трасса мне очень понравилась. Такие вещи надо проводить, чтобы больше детей как бы приезжало и училось кататься хорошо на велосипеде. Подростки с удовольствием преодолевали препятствия. Иногда к ним подключались и заинтригованные взрослые. Кроме того, для юных художников была организована выставка рисунка «Мелом на асфальте». В творческих работах ребята смогли показать свое видение безопасного движения велосипедистов на дороге. Поэтому, привыкая к опасности, не забывай о безопасности.